Всем привет и здравствуйте! Сегодня у нас Хви, он же Хвитек, он же участник группы Пентагон. Я уж думал, куда пропала группа Пентагон, но вот хоть лидер группы у нас сегодня есть. Песня называется «Хм, Боб». Слово «Боб» у меня ассоциируется сразу с другой, не менее прекрасной группой, у которой есть другая песня, где есть такое слово. Но марафон акции на канале есть, а мы пока что, посмотрев на все ссылки на экране, насладимся этим 5-минутным видеоклипом. Погнали! Да, прекрасно понимаю, когда бесконечный шум. Я тут жил полтора месяца с бесконечным гудом насосов, которые у нас тут воду в доме качают, были неисправны. Было ужасно. Ну, посмотрим, что дальше будет. Сразу отмечу, гитары я люблю, особенно когда песня еще с них начинается, то есть, ну, электрогитара прекрасный инструмент. А, чуть не забыл, да, Хви известен еще своими чудовищно высокими нотами, когда он упирается в си вторую октавы, второй, да, второй это было Пентагон, песня Баски, вот, до сих пор переслушиваю, вау. Ах, все. Бодрая песня, тут еще присуха есть. Я вот вообще думал, куда пропала группа Пентагон, потому что там шли слухи о их распаде, и помню, что Хвитек появлялся на шоу Boys Planet, которое мы смотрели на Бусти, и до сих пор можно посмотреть, проходите, подписывайтесь, но я к тому, что там вроде как, не буду ничего спойлерить, но после этого шоу он не особо где-то появлялся. Возможно, реально готовил свой новый релиз. Естественно, вот они высокие ноты, я думаю, это еще не предел. Я просто очень доволен, потому что, как видите, до сих пор я не вылечился от болезни вот этого вот перфекционизма и максимализма, что нужно спеть на пределе возможности, настолько высоко, насколько это возможно, ну, потому что в наше время вниз особо никому не интересно, ну, хотя разве что есть пару артистов, у которых очень низкие голоса, но высокие все равно будут более громкими и слышными. Ну, точнее, их лучше слышно. Ничего себе, это европейский мужчина. Я просто всегда удивляюсь, когда есть не корейские, не азиатские участники клипа. Тут еще нашли такого прям лесоруба. Yeah.
Хочется отметить, что все инструменты звучат очень сбалансированно. Тут я только рассуждал пока про Хви и группу Пентагона и многое другое. Сбалансированно все звучит, то есть нету каких-то перегрузов, все очень динамично в этом плане. И опять же, бочка хоть и пинает, и гитару слышно, но все очень умеренно, то есть нет вот этого типичного перегруза. То есть песня звучит как что-то с таким немножко винтажным вайбом, что ли. Ну и опять же, вот эти вот яркие цвета местами, как с утренних всяких телепрограмм, которые раньше шли по телевизору. Да, такая штука раньше была, еще у нее, наверное, антенны были, и не плоский экран, воу. Что-то из каменного века, но, тем не менее, такие шоу раньше там когда-то показывали. По крайней мере, в каких-то архивных видеозаписях я что-то такое где-то видел. Мне нравится большое количество сцен, а еще там инструмент какой-то, я, честно говоря, не знаю, напоминает больше по звуку вот... Вот такую вот штуку, как будто она на фоне есть, именно записано нескольких таких сэмплов, не знаю, как перкуссионно-ротово-пальцевых, и вот раскиданные местами, они как перкуссия используются, тоже интересно. И медные духовые делают все, конечно, таким более богатым. Ну что ж, у них там на съемках было весело, либо они прекрасно сделали этот постановочный момент. Все, что могу сказать про песню, она звучит здорово, отлично, и, конечно же, ставьте лайк, если тоже любите слушать, прислонившись к уху, что там, точнее, ухом к стене, и что там у соседей происходит. Я иногда даже не использую эту возможность шикарную, просто беру телефон, включаю там приложение для определения, хотя да, Шазам, как бы это уже нарицательно, Шазам включаю, и вот узнаю, что слушают мои соседи, даже не нужно ухо к стене прикладывать. Но в целом, чего еще можно было ожидать от лидера, главного вокалиста группы Пентагон, да и человека, который продюсирует многие песни, поэтому бомба, пушка, и звучит непривычно, то есть не так, как у большинства. Опять же, подобные песни мы с вами слышали, но они выходят недостаточно часто, и поэтому кажутся достаточно свежими. И опять же, все, что могу добавить, список бустеров на экране. Большое спасибо, дамы и господа, товарищи, товарищи, свои друзья, друзья, не YouTube-спонсоры, донатеры. Благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить. Спасибо огромное еще раз. Далее, Boosty, ранний доступ ко всем новостям, реакциям, дополнительный контент, доступ в Telegram-чат, где вы можете задать какие-то вопросы, которые нельзя задать в обычном, но и кто этим почему-то не пользуется, все такие скромные. Ну, это ваше право быть скромными, можете не спрашивать. Можете спрашивать, как хотите. Что еще? Далее у нас идет MP Reviews, K-pop новости, MP Entertainment, музыка, телеграм-канал, аплокация. По-прежнему Максим, я не говорю вам прощай, говорю до новых встреч, пока.